13 января в России отмечается День российской печати. Именно в этот день, в 1703 году, по указу Петра I, вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». Газета издавалась и в Москве, и в Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея постоянного названия «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости московские». С 1 января 1870 года высочайшим повелением было позволено устроить в виде опыта прием в почтовых учреждениях подписки на периодические издания как русские, так и иностранные. В России это было первое распоряжение о проведении подписки на периодическую печать. А уже к 1914 году в России выходило свыше 3000 периодических изданий. Праздник – это прекрасный повод сказать вам всем огромное спасибо за вашу большую работу во благо земли Самарской, за ваше честное отношение к профессии. Благодаря вам наш союз журналистов – один из лучших в России. Так держать, коллеги. Новых вам творческих побед и, конечно же, достойных гонораров.